Привет всем! Мы находимся в кафе Послайма в центре старого города. Вот я, привет! И привет всем! Мы находимся в старом городе, на улице Стиклю. Здесь вот у нас ресторан. Так, я вот была в этом кафе. Называется она Поня Лайма. Очень вкусные десерты, вкусный кофе. Вот, сейчас мы идем. Вот эта улица называется Жиду, еврейская улица. Это туристы у нас, очень много туристов. Вот, тут тоже так, такие вот. Здесь какая-то парикмахерская. Тут, да, это парикмахерская, тут стригут, постригают негры. Вот они тут бреют, делают прически мужчинам. Ну вот это вот кафе. Я как бы там чуть-чуть засняла, но еще покажу. Вот, смотрите, какая машина красивая. Так, мини называется. Что же это за мини такое? Сейчас мы посмотрим. Ну, что такое? Двухдверная. С крыш капает. У нас капает с крыш. У нас оттепель, у нас просто весна. И я даже шла в костел. И знаете, вот просто у нас очень вот улочки очень узенькие в старом городе. Но это вам показываю только часть, потому что вот фонарь еще светится, даже его не потушили. Часть, потому что старый город у нас очень большой. И зимой, вот видите, не очень хороший такой вид. Но может я вам летом побольше сниму видео. И когда я шла с костела вот по этой улице, вы понимаете, передо мной просто с крыши упала, ну, наверное, где-то, ну, я не знаю, но чуть ли не перед самым носом такая глыба льда. И я так перепугалась, вы понимаете, просто действительно в такую погоду лучше не ходить, нужно очень осторожно быть. Вот здесь... Так, что тут? Что-то тут про гевиану, часто вею семенами. Гевиану. Какой-то тут еврей. Какой-то тут еврей жил. Ну, вот видите, вот такой вот, вот слякоть, грязь, скользко. Даже не хочу как-то ходить, потому что... Ага, вот ему памятник. Ой, какой-то тут Вильнюс Гаоне Элияху. Элияху. Ну да, тут сколько живу, прохожу. Как бы тут нужно такой дворик, нужно заходить. Живу, прохожу. И не знаю даже, что тут. Ну вот, теперь будем знать. Вот. Ну, просто я сегодня вот... Пробую что-то снимать, пробую что-то делать. И подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересных видео. У меня вот уже... я сейчас снимаю с телефона, но так у меня камера. То есть вот такую вот погоду сырую. Я ее не взяла с собой, потому что думала, что
будет снег. У нас целыми неделями идет снег. И я просто не могу ее взять. Ну, а на этом пока-пока. Я буду все ваши видео смотреть, ставить лайки, буду комментировать. И также призываю, просто, ну, прошу даже, чтобы вы тоже были бы у меня на канале, и мы будем дружить. И, ну, мне кажется, что вот тут у нас колокола тут бьют, у нас тут панихиды тут проходят в костелах, в церквях. Ну, пока-пока!